Здравствуйте, это Народная студия. Сегодня у нас второй день полуфинальных выступлений. Свои концертные номера сегодня представят. Олеся Дорогова. Здравствуй, мой дорогой город Омск. Меня зовут Дорогова Олеся. Я не профессиональный музыкант, не певица. Никогда вообще не знала, что мое пение может кому-то нравиться, пока не пришла в караоке. В караоке я поняла, что то, что я могу спеть, может понравиться людям. Сюда пришла для того, чтобы попробовать себя здесь, почувствовать себя профессиональной артисткой, ну и посмотреть, насколько понравлюсь я вам. Вот, прошу голосовать за меня. Буду рада каждому голосу. Заранее спасибо. Най-най, гитара маэса, ай-яй. На пару с ней, най-най, душа печалится, ай-яй. Гоню коней, судьба моя ретивая, тебе не по плечу, а я живу красивая, как я хочу. Умоляю, золотые сны. Не мешайте, я гуляю посреди весны. И горят огни в тумане, улетая прочь. И поют со мной цыгане всю ночь. Вероника Журавлева. Здравствуйте, меня зовут Вероника Журавлева. Я учусь в музыкальной школе номер 6. Я учусь в музыкальной школе уже 2 года. Мне нравятся современные песни на английском языке. Я смотрела в интернете разные видео, увидела Народную студию, высветилась. Мне стало интересно, что это такое, и решила попросить маму, чтобы я там записалась. Человек-чудак, он в оранжевой рубашке и цвет. Забудки и ромашки цветом радости. Он развеет грусть и мрак. Этот милый человек, человек-чудак. Группа «Прямой эфир». Здравствуйте, дорогие зрители. Перед вами группа «Прямой эфир». Группа молодая, всего 1 год на сцене ресторанов и разных других заведений города Омска. Но уже за это время мы успели завоевать сердца жителей. У нас много фанатов. И надеемся, что их будет еще больше. Но для вас мы стараемся, исполняем музыку. Хиты русские, российские хиты и зарубежные. В общем, стараемся, работаем, чтобы вам было весело и интересно. Небо на ладони, очень осторожно. Если только трону, можно, если кто не верит глупому раскладу, если сердце бредит, значит так и надо. Не гадайте на любовь, если счастливы глаза. Не гадайте на любовь, все решают небеса. Не гадайте на любовь, дайте сердцу подсказать, с кем делиться тайну снов, с кем парить, кому отдать. Светлана Лескина. Меня зовут Лескина Светлана, я из Омска. Я медицинский работник, медицинская сестра. Я из семьи поющей. Родители, все сестры, все у нас в семье поющие. Пою я с детства, люблю петь. Профессиональное музыкальное образование не имею, но мне очень хочется петь, душа моя всегда поет. Я участвую в художественной самодеятельности в своей поликлинике родной. Участвовала в конкурсах «Миг удачи» города Омска 2 года, 2008-2009 год. И я решила поучаствовать в вашем конкурсе. Для меня это большая честь. Ну, я надеюсь, что вся моя родная поликлиника за меня проголосует.
Твои глаза, как небо, чистые пруды, а любовь твоя склонилась сивой у воды. Только что же ты молчишь, слова не говоришь и печалью душу не бередишь. Только что же ты молчишь, слова не говоришь и печалью душу не бередишь. Ой, печаль, река широка и глубока, девочка, не грусти, грусть свою ты отпусти. Новая станция комплексного техобслуживания «Белый сервис». Промывка топливных систем, шиномонтаж, автомойка, предпродажный осмотр. Запчасти в наличии и под заказ. «Белый сервис», Омская, 213-Б. Телефон 666-432. По условиям нашего проекта на этом этапе снова открывается зрительское голосование. Это значит, что только от зрителей зависит, кто из участников полуфинала выйдет в финал. При этом стоит отметить, что голоса, полученные участниками в первом туре, складываются с голосами, полученными в полуфинале. Давайте посмотрим, как же голосовали зрители за участников прошлой программы. В этом сезоне голосование в «Народной студии» платное. Для того, чтобы поддержать участника, нужно отправить СМС на номер 4647. На момент подготовки этой программы к эфиру количество голосов было следующим. Следить за ходом голосования можно на сайте galistra.ru. Сегодня в борьбу за главный приз нашего музыкального проекта вступает следующая четверка конкурсантов. А это значит, что их болельщикам открывается возможность поддержать своих любимых исполнителей, отправив СМС на номер 4647. Чтобы проголосовать за Олесю Дорогову, нужно отправить СМС с текстом NS+20 на номер 4647. За Веронику Журавлеву можно проголосовать, отправив СМС с текстом NS+5 на номер 4647. Отдать свой голос за группу «Прямой эфир» можно с помощью СМС с текстом NS+7 на номер 4647. Голоса за Светлану Лескину принимаются на тот же номер 4647, текст сообщения NS+19. Ну что ж, теперь можно пригласить артистов на сцену. Открывает сегодняшний полуфинал Олеся Дорогова. В ее исполнении мы услышим песню из репертуара Любови Успенской «Гусарская рулетка». Олеся Дорогова выступит в сопровождении группы «Стерео». В зеленом сукне казино, что Российской империи называлось вчера еще, проливается кровь, как когда-то вино, и не свечи горят еще, полыхают пожарища. Господа, ставки сделаны, господа, ставки сделаны, господа, ставки поздно менять. Что нам жизнь, деньги медные, мы поставим на белое, жребий скажем, кому умирать. Гусарская
ставки сделаны, господа, ставки сделаны, ставки сделаны, ставки сделаны, господа. Равнодушен Господь, как крупье, и напрасно молить Его, проигравшим о милости. Здесь, на нашей земле, на зеленом сукне, вдоволь места, чтоб всех обеспечить могилами. Господа, ставки сделаны, господа, ставки сделаны, господа, ставки поздно менять. Что нам жизнь, деньги медные, мы поставим на белое жребий, скажем. Ставки сделаны, ставки сделаны, господа. Призналась нам сама Олеся, «Гусарская рулетка» – это одна из самых любимых ее песен. И нам очень приятно, что мы смогли дать возможность Олесе исполнить эту песню на сцене музыкального проекта «Народная студия». Если вам понравилось это выступление, присылайте СМС с текстом «НС плюс 20» на номер 4647. А на смену Олесе на сцену выходит самая юная участница третьего сезона «Народной студии» Вероника Журавлева. Вероника исполнит песню «А мне бы петь и танцевать». Надо сказать, что это счастливая песня для наших участников. Именно с этой песней в прошлом сезоне проекта победила Соня Волкова. Вероника исполняет это произведение по-своему, но нисколько не хуже Сони. И в этом мы убедимся прямо сейчас. На сцене Вероника Журавлева и балет «Свободное движение». С ума сводить честной.
ищу друзей моих подруг. К счастью, мне не бывает скучно, к счастью, мне не бывает грустно, столько есть интересных дел вокруг. А мне бы петь и танцевать, а мне бы прыгать и скакать, собрать подружек полный дом, перевернуть весь дом вверх дном, хранить все знаек и зануд, смеяться в собственных причуд. Я очень надеюсь, что эта песня принесет Веронике удачу. Голосование открыто. Чтобы поддержать Веронику, нужно отправить смс с текстом NS+5 на номер 4647. А тем временем на сцену выходит следующий наш участник. Вернее, участники. Группа «Прямой эфир». В их исполнении прозвучит песня из репертуара группы «А-студио» «Бегу к тебе».
Новая станция комплексного техобслуживания «Белый сервис». Промывка топливных систем, шиномонтаж, автомойка, предпродажный осмотр. Запчасти в наличии и под заказ. «Белый сервис», Омская, 213-Б. Телефон 666-432. Вместе с группой «Прямой эфир» бежали к финалу участники коллектива «Свободное движение». Насколько этот массовый забег окажется удачным, покажет зрительское голосование. СМС с текстом «НС плюс 7» на номер 4647 за группу «Прямой эфир» можно отправлять прямо сейчас и в течение ближайшей недели. Четвертой сегодняшней полуфиналисткой будет Светлана Лескина. На суд зрителей Светлана представит песню «Печаль река» из репертуара группы «Премьер-министр» и Марины Девятовой. Вместе со Светланой на сцену выйдет балет «Свободное движение». Смотрим. Течет по небу быстрая, а на дне луна сверкает серебристая. Все, что было, то прошло, снегом все замело, отболело и с водой утекло. Все, что было, то прошло, снегом все замело, отболело и с водой утекло. Ой, печаль река. Что же ты молчишь, слова не говоришь и печалью душу не бередишь? Только что же ты молчишь, слова не говоришь и печалью душу не бередишь? Ой, печаль река широка и глубока, девочка, не грусти, грусть свою ты отпусти. Ой, Светлана очень волновалась перед выходом на сцену. Думаю, что зрители ее поддержат своими голосами. Тем более, как показывает первый тур, у Светланы достаточно мощная и серьезная группа поддержки. Будем ждать СМС с текстом «НС плюс 19» на номер 4647 в поддержку Светланы Лескиной. Чтобы проголосовать за Олесю Дорогову, нужно отправить СМС с текстом «НС плюс 20» на номер 4647. За Веронику Журавлеву можно проголосовать, отправив СМС с текстом «НС плюс 5» на номер 4647.
Отдать свой голос за группу «Прямой эфир» можно с помощью СМС с текстом «НС плюс 7» на номер 4647. Голоса за Светлану Лескину принимаются на тот же номер 4647, текст сообщения «НС плюс 19». А я напоминаю, что голосовать можно в течение всей недели. Количество голосов с одного номера не ограничено. Правда, стоит учитывать, что голосование теперь хоть и недорогое, но платное. Ровно через неделю мы снова встретимся в Народной студии, чтобы увидеть выступление новых полуфиналистов. До встречи. Пока.